Что вам нравится в школе ведущих? В школе ведущих мне нравится возможность в перспективе вести мероприятия, то есть приносить праздник в дом, быть свидетелем самых счастливых моментов в жизни людей. Зачем вы пришли в школу ведущих? Ну, в первую очередь, чтобы изменить свою жизнь. Я не люблю работать в офисе, я люблю заниматься тем, у меня есть экспрессия, у меня есть амбиции, я хотел бы их воплотить. Что вы ожидаете от агентства «Мечты сбываются»? Возможность заниматься тем, что мне нравится. А именно праздниками. Кто такой Виталий Почёбут? Виталий Почёбут – это в первую очередь хороший человек, хороший ведущий, комсомолец, красавец. Золотой человек, одними словами, и очень классный ведущий, который дает нужные навыки, знания, чтобы в перспективе стать таким же хорошим ведущим, как и он. Все. Все.